Всем доброе время суток. Хочу сделать обзор небольших покупочек, потому что случайно зашли в магазин за продуктами. А у нас на втором этаже находится фикс-прайс и магазинчик. Я там беру вот такие носки ножичкам своим, шерстяные носочки. Но их надо хорошо. Я всегда после того, как покупаю, все стираю. Ну, кроме, конечно, крупных вещей. Там куртки, пальто, которые стоят. Пиджаки, которые на проклейке. А так все, конечно, начиная от носового платочка и кончая носками. Прежде чем отдать на носку, я всегда стираю. А эти носки шерстяные, хорошие. Я уже брала, мы уже брали. Сыну понравились. И, ну, когда я их стираю, вручную, конечно, стираю, потому что здесь шерсть ангоры, много отходит волосинок. Ну, и зашли напротив в отдел фикс-прайс. Ну, как же не забежать в фикс-прайс? Вот, и забежали. Тем более у меня там баллы накопились, что-то 134, потом расскажу. И я сделала обзор полочек, сейчас выложу. И там в этом обзоре будут даже моменты, где мы кое-что покупаем. Покажу, что мы купили. Так, из вещей мы купили 3 вешалки, вот такие, ну, обычные вешалочки. Ну, функциональная. Я хотела, написано там антискользящие, но что-то я это, даже с мужем у меня там дебаты разгорелись. И он доверилась мужчине. Мужчины иногда, у них логика другая. Ну, я хорошие вот эти плечики широкие. Сюда можно пояса, галстуки. И сюда же можно то, что на лямочках. Ну, это такой расходный материал. Дальше. Что из вещей мы купили? Из вещей мы купили вот такую мойка-сушилка. Наверное, еще одну даже возьму, потому что, мне кажется, это очень удобно. Я примерила на свою раковину. Так, сейчас я, наверное, схожу и примерю, чтобы это было видно, как это используется. Так, вот этикетку я уже собрала. Что тут, цена 99 рублей. Сделано это у нас в Москве. Габариты 32 на 32. То есть можно заранее измерить и прийти в магазин уже целенаправленно с размерами. Ну, мне кажется, на любую пойдет, потому что современные мойки, они поменьше, чем вот эта, которая у меня советская. Продолжаем. Купила я себе еще вот такой лак. Вот я уже даже на ноготь нанесла. Я люблю такие оттенки. Я их называю велюровые. Вот у меня помощница тут пришла. Ага. Которая не любит сниматься. Я их называю велюровые. Я покупала, сестре отдала бархат. Такой бордовый, насыщенный. И она покрыла вот этот... тот, что я ей лак подарила, отдала, она покрыла лаком 3D. И вот я же с ней общаюсь, разговариваю. Она говорит: Света, 10 дней уже ношу этот лак, и ничего с ним не случается. Но мне не понравилась здесь кисточка. Сейчас, если одной рукой у меня получится, я покажу. Ну, в принципе, не буду показывать. Кому интересно, те откроют в магазине и посмотрят. Мне не понравилась кисточка. Она очень широкая и лопатая. Такая, ну, неважно. Кисточку можно даже лак в пузырь. Хотя крышечка такая хорошая, прорезиненная. Ну, ничего, приспособиться можно. Просто у кого ноготочки узенькие, у меня же не узкие ногти. У кого узенькие ноготочки, конечно, не подойдет. Но можно другой кисточкой пользоваться. Ну, лаки неплохие. Так, дальше. Что я еще купила из вещей? Так, это сюда. Из вещей я еще купила. В смысле, из несъедобных. Вот такая фруктовая аллея. Я беру такое. Аромат хороший. Я так-то в магните всегда такие вот мыло. Ну, это для рук положить на раковину в ванну. Я для купания беру немножко другое мыло. А это взяла цитрусовый.
Ну, я люблю цитрусовые запахи. Кто-то не любит, я люблю, чтобы и в ванной пахнет хорошо. Так, вот, все. Это вот стоило 55 рублей упаковка. Там, кстати, где обзор будет. Ой, что я болтаю? 55. А, ну да, да, 55. 55 рублей. Так, все. Дальше. Из еды мы взяли. Да ничего мы не взяли из еды. Взяли вот такое печенье, как всегда. В каждом обзоре оно у меня есть. Нормально, хорошее печенье. И взяли вот 5 пакетов вот такого арахиса. В прошлый раз мы взяли пакетик, нам понравилось, по 50 рублей, 350 грамм, арахис какао, мягкая, очень мягкая оболочка, в общем, вкусно. Ну вот, на этом мой маленький обзор и закончен, но я хочу еще немножко, я расскажу, у меня покупка получилась... 500, так, сейчас я найду, сколько здесь, 500 с чем-то рублей, но мне списали, сейчас, мне списали, вот нашла, вот читайте, скидка по карте, списано баллов 137 баллов, и значит, 447 рублей мы заплатили. И плюс 137, значит, покупка у меня была 584 рубля. Вот, получается, 137 рублей мы получили как бы в подарок. Ну, для морального удовлетворения будем считать, что это, допустим, там 3 пачки арахиса. Так что вот так. Баллы выгодно копить. И хочу немножко остановиться на вещах, которые я покупала перед этим фикс-прайсе. Что мне нравится, что не нравится, я уже сейчас просто не помню. Просто то, что сейчас я пользуюсь, и что на глазах. Вот такие там есть эти освежители воздуха. Мне нравится, потому что они без газа. Вот это. И на стенах не остаются в туалете разводы. Дальше, это то, что мне нравится. Нравится еще, я там в магазине, когда обзор делаю, я говорю, что мне нравится кондиционер для белья Фрезия 2 литра за 77 рублей. Это я тоже постоянно его сейчас беру. И показываю вот такие щипцы. Это вот мои домашние щипцы, еще у меня на даче такие есть. Мне нравится, я долго искала щипцы. Ну, конечно, для природы, как бы, может быть, и подлиннее надо. Но ничего, устраивает, удобно переворачивать мясо, и все. И здесь я постоянно ими пользуюсь, потому что что-то надо достать на сосиски или мясо перевернуть в духовке. Или... И самое главное, что здесь основа железная. Не знаю, когда мне вещь нравится, я хочу, чтобы всем посоветовать. Никаких пластмассовых, ничего не надо. Так, это то, что мне понравилось. Потом я очень обрадовалась и как-то показывала вот такую сахарницу-дозатор. Прям... Объем такой хороший, большой объем, недорого, за 50 рублей. Прям я в восторге была, потому что, ну, нравится мне дозатором пользоваться. Но радость моя была недолгой. А почему? Потому что вот эта крышка, они не продумали, может быть, надо было им сделать вот здесь силиконовые, вот здесь прокладочку какую-нибудь силиконовую. И попадает сахар, и она потом или не откручивается, или с нее высыпается, когда откручиваешь. Ну, что, за 50 рублей я видела поменьше объемом, по 270. Хочешь, пользуйся, хочешь, не пользуйся. За 50 рублей, что же ты еще хотела, скажет кто-нибудь. И, может быть, будет прав или не прав. Дальше. Вот это не покупайте в упаковке. Я тоже показывала обзор, что мы купили для вот так в такой. И сейчас вот на полках я там тоже обзор делала, но просто рядом стоял продавец, мне неудобно было говорить. Я так шепотом сказала, услышат там, не услышат люди, что даже не тратьте деньги. 50 рублей
Даже не тратится. Они в упаковочке, вот две штучки вот так лежат. Там яблоко, все. Вроде откручивается хорошо там. А это освежитель. Сейчас я открою и покажу. Освежитель, который не освежает. И вообще вот эти все, вот видите? То есть вот, да, если носом уткнуться, будет пахнуть. То есть вот здесь слой силиконовый такой, который должен, наверное, благоухание от себя излучать. Но все засохло благополучно, ничего не излучает, ничего не пахнет. Ни в машине, одну машину мы поставили. Начали с того, что вот эта самоклейка, она не клеила никуда, ни к кафелю, никуда. Я взяла уже домашний свой скотч приклеить. Ну, наконец-то мы приклеили, открутили. Вот так здесь вроде как бы сделано с умом. И люди ведь тратят на это деньги. Вот, она закрученная, потом можно открутить, если хотите, чтобы побольше пахло, поменьше. Ну, в общем, вещь совершенно бесполезная. И я заметила, что да, вот таблетки для унитаза, вот эти тоже бесполезные. Ароматизаторы, которые вот шариками тоже полчаса пахнут. Так что деньги не тратьте. И еще вот такие лопаточки. Часто вижу и слышу в обзорах, что лопатки горят. Ребят, эти лопатки, они не предназначены для того, чтобы со сковородки брать и мешать что-то горячее. Потому что вот это плавится, и на продуктах, допустим, если вы мешаете картошку или еще что-то, остается черный нагар, они плавятся. Они, скорее всего, я ее использую, и потом вот она вон такая симпатичная, да, лопаточка, хорошенькая. Но краска не стойкая. Это, оказывается, краска. Я думала, что это полностью такая, типа, пластиковая ручка. И вот чуть-чуть, вот, и она сдирается. Это краска окрашена. Так что думайте сами, нужна она вам или нет. Я ее использую. Я остывшую запеканку поддеваю. Шарлотку. Да, для холодных вещей, пожалуйста, используйте. А для горячего ее использовать нельзя. Вот и все, что я хотела сказать по баллам, по списанным баллам. Че, Грейсик? Интересно тебе, да? Наша вредная кошечка. Звезда моя. Да, давай я тебе ногти накрашу. Вот так вот. Вот так вот. Да. Поиграйся. Ты девочка моя, ты девочка, да? Лаком. Лак тебе понравился, да? Только не разбей. На пол не брось его. Да, мое чудо. Мое вредное чудо. Да, девочка. Девочка. Ну вот, все. Да? Не любит она у нас сниматься, особенно если вспышку включаю. Сейчас я без вспышки снимаю. Вообще не любит сниматься. Видит только очень умная кошка, разговаривает, но вредная. Да. Не погладишь ее. Вон, какой умный взгляд. Не погладишь ни животик, ни лапки, ничего. Вот любуйтесь, пожалуйста, мной. Кормите меня, хольте меня. Ну, короче, англичанка, одним словом, британка. Характер нордический. Ну, все. Всем мира и добра. И пока.